Я не дождалась мужа, решила попробовать салат. Но, во-первых, я проголодалась. Во-вторых, мне не терпится попробовать, что я сегодня здесь наэкспериментировала. Вот такой вот салат по собственному рецепту. Так, ну давайте попробуем. Мне аж самой интересно. Он час уже постоял, я думаю, он пропитался. Кто хочет посмотреть рецепт, зайдите в мое предыдущее видео. Ребят, честно, вот такой салат, нежный, вкуснятина, привкус грибочков. Класс. Курица очень вкусная получилась. Вкусно, вкусно, вкусно. Грибочки маринованные дают такой немного, не грибы, а лук, лук маринованный. Дают такой немножко остринку. Реально вкусно. Я даже не ожидала, что такой вкусный салат получится. Теперь в интернете есть новый рецепт салата, который называется Аленка. Продолжаю свой влог уже на следующий день. Мы с мужем решили съездить. Во-первых, куда-то покушать, потому что голодная. Я сегодня на завтрак ничего не готовила. И помните вот эту лампу, которую мы покупали с вишенками? Мы хотим ее обменять. Нам она очень нравится, но на ней какие-то вмятины. И когда включаем свет, эти вмятины выглядят как будто бы, знаете, ну, она старая, некрасиво выглядит. Таких вмятин две. И я ее крутила, я, знаете, вот этот, как он называется, абажур сам. Вот так не видно, смотрите. Но когда я пыталась ее как бы с другой стороны поставить, но эти две вмятины еще и с одной, и с другой стороны, с одной и с другой, получается, ну, выглядит как будто бы старая лампа, знаете. Мы, конечно, очень привередливые, что я, что муж. Если что-то покупаем, то оно должно быть новенькое, красивое. Поэтому слава богу, что у нас в магазинах без проблем можно все обменять, сдать. Поэтому сейчас заедем, что-то перекусим и поедем в этот магазин. Магазин обменяем лампу. Да? Приехали в нашу любимую кафешку. Здесь очень вкусный кофе. Мы настолько уже разбираемся в кофе, где хороший, где плохой, но реально здесь делают классный кофе. Ну, что-то перекусим, конечно же. Наверное, наш обычный сэндвич, который мы всегда заказываем, с курицей и с сыром бри. Сегодня на рабочей машине, чтобы не терять парковку. Вчера муж такую классную парковку нашел прямо возле нашего дома. This is your more cream. Put your sugar. Mm-hmm.
Yeah, I miss my coffee. Thank you, babe. Oh, that was good. Half for you, half for me. Отъезжали от кафешки. Чуть авария не случилась. Мы едем, вернее, муж едет очень медленно. И тут несется машина, легковушка несется, чуть не врезалась в нас за рулем. Пожилой мужик, испанец. Муж открывает окно, и так спокойно ему, вот за что мужа люблю своего. Мне хотелось выйти просто, знаете, на этого мужика накричать. Ну вот я такая, я очень эмоциональная. А муж открывает окно, спокойно говорит, по-испански говорит: куда ты летишь? Говорит, ты что, не видишь, что это? А мы выезжали там, где, ну знаете, люди ходят, вот эта вот большая такая площадка возле кафешки, там люди ходят, машины медленно паркуются. И он такой спокойно: куда ты летишь? Вот куда ты летишь? Первая наша остановка сегодня — вот этот магазин Home Depot. Магазин «Все для дома». Знаете, что нам нужно купить? Нам нужно купить головку для душа. Муж у меня такой, как бы это сказать, привередливый, чистюля. Говорит, что давно у нас это... Я там и не заглядываю, знаете, в эти дырочки. Он говорит, что они уже старые, грязные, их нужно менять. По мне так еще бы лет 10 пользовалась этой головкой. Нет, сказал, нужно менять. Ну, нужно так нужно. Идем за головкой для душа, или как она называется, насадка. Что здесь продается? Грили для барбекю, $300 стоит. Nice, right? Когда у нас уже будет дом или квартира с балконом, где можно поставить барбекюшницу? No. Use cream go all the way there. What? Серьезно? Да, на звук реагирует. Боже, ну точно люди подумают, что меня муж ку-ку. Проходит женщина, работник магазина, начала смеяться, говорит: я тебя на работу возьму, ты будешь у нас в рекламе работать. Я на рабочий. Да. Смешинка ты моя. Тебя уже хотят в Home Depot взять на работу. You are long here. 129. For the room. Он хочет. Вот у меня муж любитель. I'm gonna tell Joseph to install it. Да, всяких таких красивых ламп. Правда, красивая лампа, $129. Уже декорации для Хэллоуина. Ну, время летит. Но только ж был прошлый Хэллоуин. Let me take a picture, wait. Now you have to step on it. Большая тачка, положил свою покупку. Это, ну, я думаю, все знают, что это такое, особенно мужчины. Это такая нитка, которая закручивается под насадку. В этом же магазине еще пока что-то найдешь. Он такой огромный. Мы ищем же эту головку. Муж хочет такую большую купить, знаете, как в отелях. Ну, сейчас посмотрим, что у них есть. Мы в отделе туалет, ванная, унитазы. Ого. Выбор унитазов какой. Это всякие ручки.
Обалдеть, $44.39. Вот эта штучка для, для душа я купила. Мы на прошлой неделе в нашем любимом Marshalls купили огромную вот такую вот такого вот качества, но большая, в два раза больше, за $16. Это стоит 39. Обалдеть. We don't have too much space. Yeah. Oh, they have more here, look. No? Yeah, they have a lot. And the portrait. Okay, okay. Dual mount. Okay, I will say dual mount. Well, what is? Okay. I think it's right there, babe. Yes, right here. Ого, сколько этих насадок. Обалдеть. Разных размеров. Разных цветов, разных цен. Вот здесь еще. No, I want the single. Single? Oh, right here. Which one? Look, $39 that one, no? And next time we take all the generals. Right. And that's it. No, this is perfect. Да? Yeah, I love it. Да, у нас было в два раза меньше. $21. Yeah. Ну хорошо. That's it. А, look, the it got inside the filter. Like, filter, да. That one don't have Отлично. It's $6. I remember we paid $6 on the Indian No, place. We got it here. No, we didn't buy it. О, ну это классно. You don't want buy here, because you say большая такая. Так, ну ладно, мне еще нужно пару вещей посмотреть. Мне нужны пакеты для мусора. Я всегда покупаю. Девчонки, мальчишки, кто живет в Америке, в Home Depot очень выгодно покупать всякие моющие, чистящие пакеты для мусора. Здесь намного дешевле. One more time. Ну кто тебя просил палец туда совать? Да, еще поцелую его. А пакетов-то моих нет. Вот они здесь были, $9. $10. I have like 3 buckets. I don't need. И все, oh, пусто. Нет, не надо мне такие всякие навороченные швабры. Я люблю мыть пол обычным полотенцем и обычной шваброй. Так, что мне еще здесь нужно было? Пакетов нет для мусора. Жаль, конечно. Но у меня еще там остались. Еще месяц можно подождать. Don't mess it up, that's the new one. Прошлый раз. Yeah, that's perfect. Было их много, в этот раз одна осталась. With a little На. Yeah. Иди уже в туалет, прыгает на одном месте, в туалет хочет. Okay. Я закручу, go to the bathroom. The bra, you gonna do bra? So let me go to the bra, but by the time you do the bra. Wait, just be careful, don't punch. Yeah, I know. А в прошлый раз я искала какую-то симпатичную тарелку. Вот в этот раз увидела вот такую вот красоту. Вы посмотрите, какая прелесть. В прошлый раз ее не было. Это уже выставляют все к тыквенному сезону. Наверное, я ее возьму. Поставить на стол, какие-то яблочки сюда, фрукты складывать. Что вы скажете? Ну, не знаю, мужу сейчас покажу, понравится ему, не понравится. Я в своем любимом отделе косметики.
И вот здесь корейская косметика. Обожаю корейскую косметику. Нашла вот такую большую упаковку. Девчонки, это маски. Маски для лица. Очень люблю вот такие вот маски одноразовые. Здесь 10 масок за 5,99. Ну, это же вообще обалденная находка. Какая-то молочная маска. Беру, обязательно сегодня себя побалую масочкой. Что здесь еще интересного? Здесь много чего интересного. Очень люблю корейскую косметику. Здесь и сыворотки, и тоники. Девчонки, посмотрите цены. $7. $4. Крем для рук с улиткой. $3.99. Это ж вообще обалденная цена. Беру. Что здесь еще? Коллагеновый тоник. $6.99. Ну что, может быть, на сегодня и хватит. И вот такая же. Такая же пенка для умывания, как и маска. Ну что, взять еще пенку попробовать. $4.99. Вот с улиткой. С улиткой тоже этот для умывания пенка. Класс. А муж еще купил вот такую вот вонючку. Sandalwoods. Amber and Sandalwoods. Так классно квартира пахнет от вот этих вот палочек. Сколько стоит? Сколько? А где цена? Я даже не видела. Муж платил, я даже не видела сколько. А, 5,99. Всегда мне интересно, где что произведено, где что сделано. Даже не вижу, где. Ну, в основном это Китай, конечно. Да, Китай, я была права. Yes, I have received. Совсем же другое дело. Вот на той первой лампе, вот здесь такие вмятины были. С этой стороны, с этой стороны. Я ее крутила. Такое впечатление, что она грязная, знаете. Но это не грязная она была. Она была просто, кто-то ее помял. Но это же совсем другое дело. Муж говорит, да, я тоже такой. Я не люблю, когда что-то покупаешь и что-то там, ну, бракованное. Совсем другое дело. А вот эти палочки поставили вот сюда. Да, сейчас бы. Так, пахнут классно. Что? А, открыл муж, да, открыл муж. У меня тут белье стоит. А ну, покажи, какое качество. Ой, не упало. You open it like this. Ух ты, классно. You see, you change it. Change the difference. PF. What is a PF? You see, you change it. Да. PF. What is a PF? Не, качество хорошее. Мне уже не терпится попробовать вот эти вот корейские маски. Но цена, это ж вообще класс. $6 за 10 масок. Так, одна маска, вот если покупать, я помню, покупала по одной, $2, $2.50. А здесь 10 масок за $6. Класс. Молочные маски. Сегодня попробую. Муж уедет на работу. Я себе сделаю такой спа-салон. Свечи зажгу ароматические. Музычку какую-то включу и посижу, побалдею с маской. Вот этот крем хочу тоже попробовать для рук. Крем с улиткой. Цена, да, $4. Он не маленький, я думала, маленький тюбик. 100 миллилитров. Класс. Чи миллиграмм, как правильно сказать? Миллиграмм, да? Миллилитров. Ну, неважно. Вы меня поняли.
Моя новая тарелка, так она мне нравится. Нужно было, конечно, зайти в овощной, купить пару яблочек. Здесь и яблоки, и виноград будет смотреться красиво. Муж говорит, это чеснок. Ну, правда, похож на чеснок. Нет. Это тыквочки. Как раз скоро у нас, очень скоро начинается сезон тыкв. Вот так на столе будет красиво. Купить зеленые, красные яблочки. А еще зашли в корейский супермаркет. Такую сумку нам красивую дали. Ай! Полетел мой чай. Это молочный чай. Мне очень он понравился. Мы один раз, два раза уже покупали в этом магазине. Bubble Tea только без этих, знаете, без этих черных шариков. Он у меня стоит в холодильнике. Я с удовольствием иногда пью чашечку чая со льдом. Очень вкусный вот этот вот корейский чай с молоком. Вчера планировала делать тыквенный суп, так и не сделала. Сил у меня хватило только на салат из курицы. Поэтому сегодня проснулась и начала готовить тыквенный суп. У меня здесь два вида тыквы, отваренные в курином бульоне. Добавила, ну, перед тем, как отварить тыкву, я немножко обжарила лук, чеснок. Какая прелесть. Сейчас это все перебью. Знаете, кстати, сегодня попробую вот этот вот блендер. Ручной блендер. Зачем я его купила? Смотрите, я его еще даже не открывала. Я его купила, опять же, в моем любимом магазине Latless за $13. Чтобы этот миксер, знаете, не заряжать. Вот здесь даже нарисовано, что супы делать, крем-супы. Я сейчас попробую этот свой миксер. Ну, что вам сказать, ребятки? Шикарный ручной миксер. Я вот эту насадку сняла, она снимается. Я ее помыла, конечно же, потому что все, что новое покупается, всегда нужно мыть. Буду сейчас первый раз у меня такой миксер, кстати. Или блендер, как он называется. Первый раз сейчас буду пробовать, как его глубоко опускать, не глубоко, не знаю. Так, ну что, пробуем. О, классная вещь. Главное, что не надо потом этот, ну, большой этот, который... Блендер, не надо его мыть, вот эту штуку просто снять, помыть и все. Класс. С удовольствием буду вот такие вот супы делать. И получился, конечно, шикарный. Такая прелесть, вот этот ручной миксер. Почему я раньше его не купила? Посмотрите, какая красота. Суп какой. Буквально вот за 2 минуты вот это все перемешала, измельчила. Сейчас немного его подогрею и добавлю пол баночки кокосового молока. Мне еще остался бульон. Половина бульона осталась. И оставлю половинку баночки кокосового молока. В следующий раз сделаю, может быть, суп из брокколи. Вообще эти супы, я вам скажу, очень полезные и очень вкусные. Вообще такой суп нужно делать уже осенью. Но мне захотелось. Мне захотелось какого-то такого супчика. Вчера купила сухарики. Такой суп вкусно кушать с сухариками. Суп. Look at this. Cream soup. Pumpkin cream soup. От кокосового молока суп сразу так цвет поменял. Такой кремовый стал. Вкуснятина, да, baby? Вот так подается этот суп с вот такими вот сухариками. Сейчас муж придет, попробует, как ему понравится суп, не понравится. Посмотрите, девчонки, мальчишки, какая красота. Babe, come. Try my soup. Delicious. Oh, wow. You try? Yes, I'm gonna eat too. I said you tried it now? Yes.
Mmm, you know, the cooking.